Джулия Симон, обладательница Кубка мира прошлого сезона, также уходит на дистанцию. Ну и напомню, что сегодня в стартовом протоколе 93 фамилии. Все фавориты сосредоточены в первой группе. В ней 28 человек. Давайте посмотрим за этим упражнением в исполнении Джулии Симон. Отметим хорошую, качественную стрельбу Тули Томмингас. Ну и дальше задам очень интересный вопрос Николаю Круглову. У Симон в этом году 91% точных попаданий на лёжке. На разгоне Симон уступает, как ни парадоксально, и Эльвире Оберг 3 секунды, и Ханне Оберг 5 секунд. Ну а пока лучшее время на разгонной отсечке у Анны-Марии Лампич. Она выигрывает 3 секунды у своей ближайшей преследовательницы. Молодец, Симон. Так, Жан Муно. Оправдывает Жан Моно высокий процент в стрельбе из положения лежа. 94% в нынешнем сезоне. Сейчас она также безупречна. Давай посмотрим за стрельбой Джулии Симон. Я думаю, что это один из претендентов на победу в сегодняшней гонке, учитывая ее ноль на лежке. Смотри, как она быстро стреляет. Фантастика. Быстро стреляет. Фантастика. Как? Да. Ну, давайте поговорим об этом после стрельбы Франциски Пройс и Лу Жан Моно, которая сейчас в маленьком окошке. Жан Моно допускает промах. А Франциска Пройс точна, и, скорее всего, она пойдет очень рядом с лидерами. На разгоне Пройс показывала восьмое время, 14 секунд уступая лидеру. Сейчас Пройс на четвертой позиции, как вы видите. Очень аккуратно работает шведская спортсменка, ну, уже на опыте, что называется. Она понимает прекрасно, что сейчас самое важное – это стрельба, но допускает промах. Допускает она промах четвертым выстрелом. И, конечно, сейчас уже будет довольно много уступать Джулии Симон. Так, Ингрид подходит к первой стрельбе. У нее третий показатель. 7 секунд от Бриза Буше, секунда от Лампич. Но эти две спортсменки, как мы помним, допускали промахи. Нам показывают еще и стрельбу Эльвиры Оберг заодно. Андервольд молодец. Без штрафа она отправляется на очередной отрезок дистанции. А вот Эльвира Оберг пойдет на штрафной круг. Давайте смотреть. Тандервольд пока идет по времени лидера. Да, смотрите-ка, Тандервольд 1,5 секунды выигрывает у Джулии Симон. Но то, что Джулия Симон стреляет очень быстро, это абсолютный факт. И сейчас она пересекает финишную черту. И это время 20.07 будет, безусловно, ориентиром для всех остальных спортсменок, которые находятся на дистанции или еще пока готовятся стартовать. Софлох последним выстрелом мажет. Жан Муно заканчивает дистанцию и проигрывает 40 секунд Симон. Ну, то есть Симон-то помощнее прошла финальный круг. Да, на 6 секунд выиграла на заключительном отрезке. Жюстин Бриза-Буше. Ну, смотрите, с каким временем она подошла на эту стойку. Запас почти 20-секундный. Да, понятно, что там с этой установки еще надо добежать до выхода с огневого рубежа. Но, тем не менее, с одним штрафным кругом это очень хорошие секунды. И посмотрите, Бриза-Буше закрывает все мишени. Будет бороться. Будет бороться за медали, это совершенно точно. Скорее всего, она уйдет со вторым временем. Лу Жан Моно уступала больше 30 секунд. Симон на выходе с рубежа. Давайте смотреть, каким будет отставание. 13,4. Ну, что ж. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Первым же выстрелом мажет Ингрид. И второй. Второй круг. Третий круг. Ну все. Это конец медальных надежд для норвежки, увы. Так, Бриза-Буше 8 секунд проигрывала на последней контрольной отсечке. Нет, нет, не получается. Не получается. Жюстин, уступает она Джулии Симон.
Похоже, оправдывается прогноз Светланы Слепцовой. 4 секунды. 4,9. Кошмар какой. 4 секунды.